спорт – это официально признанный вид спорта, сочетающий в себе элементы спортивного танца, гимнастики и фитнеса. В универсальном спортивном комплексе Подмосковья состоялись областные соревнования по чирспорту и фестивалю «Чирспейс». В них приняли участие спортсмены разных возрастов из Москвы, Долгопрудного, Балашихи, Люберец, Королева и других округов Московской области. Команда Space Moms Cheerland, представляющая клуб Cheerland из Королева, состоит исключительно из мам. Для них главная женская энергия и общение в женском обществе. Их всего 18, и они очень разные. Каждая со своей историей и сферой деятельности. Кто-то продолжает работать, кто-то занимается домашним хозяйством. Но всех их объединяет любовь к чирспорту и поддержка друг друга. Тут, наверное, самое главное – это желание. Желание прийти вместе, сделать что-то, желание достичь каких-то результатов. И спорт – это еще и разрядка эмоциональная в нашем современном мире, где ты вечно загружен проблемами, заботами, дети, кружки, секции, работы, дом, быт. Вот такой спорт, который приносит много улыбок, много бодрости, радости, он на самом деле дарит вот это вот чувство свободы и чувство удовлетворенности, наверное. Ты приходишь домой с улыбкой, уставший, но готовый к следующим подвигам. Танцы, прыжки и акробатика. Сотни спортсменов соревновались в индивидуальной и групповой дисциплинах. Чирспорт – это невероятно зрелищный вид спорта. Он очень интерактивный. Тренировки проходят в отличном формате от смежных танцевальных видов спорта, потому что детки занимаются с помпонами, это их инвентарь непосредственный. Все это происходит под сопровождение музыкальное. И, конечно, что немаловажно, чирспорт – по большей части это командный вид спорта. Соответственно, дети учатся дружить, взаимодействовать, командный дух, единая цель. Спортивный фестиваль «Чирспейс» стал отличной площадкой для демонстрации достижений в чирспорте. Областные соревнования – возможностью для спортсменов повысить свое спортивное мастерство, конкурентоспособность, присвоить разряды и получить возможность выйти на всероссийский уровень и достигнуть новых спортивных высот. Евгения Корытько, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.